Накануне Дня защитника Отечества наша телекомпания поздравила героев. Обычно подарки в этот день принимают мужчины, но не стоит забывать и о женщинах-героях, которые отдали долг Родине и защищали ее во время войны. Ангелина Ивановна Тарасова – ветеран Великой Отечественной войны. На ее хрупкие женские плечи легло немало тягот лихолетия. Следующий год она ждет с интересом. Россия будет праздновать знаменательную дату – 70-летие победы в Великой Отечественной войне. О подготовке к юбилею победы пора задуматься, по мнению Ангелины Ивановны, уже сейчас. В частности, по мнению ветерана, стоило бы задуматься о создании мемориального комплекса. Все же город растет, все растет. Не надо тоже ей памятник. А то у нас он небольшой. Пусть делают побольше, покрасивее.